Учебные тренировки и лекции спасателям пришлось отложить, не позволяет эпидемиологическая ситуация. Но у спасателей есть работа и за территорией лагерей. Они проверяют пожарные гидранты и подъездные пути к ним. В соответствии с межведомственным планом проведена большая работа. Мы до этого проводили отработку всех лагерей с проверкой противопожарного водоснабжения. На всех лагерях водоснабжение исправно. Проводили корректировку в планах тушения пожаров с отметками, с обязательными. Проведен инструктаж также со всеми работниками о правилах пожарной безопасности. В Курской области введен особый противопожарный режим. Большинство лагерей расположены в лесной зоне. Спасатели следят за обстановкой.